Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такого замечательного фиксика нолика. Вяжется он довольно-таки сложненько, я бы вам сказала, но получается весело и стоит затраченного времени и средств. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Мы будем вязать вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла двух основных цветов, то есть у меня такой голубой цвет из фирмы Alize Lana Gold, получается 40-й цвет я взяла у меня на 4 цвета, и 237-й синенький. Также я взяла 40-го цвета из серии Alize, но Baby Wool, то есть они гораздо тоньше. Понадобится также серый цвет, тоже я взяла из этой же серии Lana Gold, и белый и черный цвет нам понадобится не так его много. В общем, черного нам понадобится очень-очень мало. Вот. Взяла немножечко тоньше, так как я буду вязать толстой пряжей. Я взяла под нее крючок номер 4. Под тоненькую пряжу нам понадобится крючочек самый-самый маленький, который у вас есть. То есть единичка, может там 1-2, то есть самый такой маленький. У нас это будут, так сказать, пальчики. Я специально для пальчиков. Пальчики можете связать и толстой пряжей, если не имеете тоненькой. Я вам покажу, как. Можете тоненькой, как я. То вам понадобится маленький крючочек. И вам понадобится также средний, что-то между совсем маленьким и очень большим, то есть какой-нибудь средненький крючок. То есть так как я основной взяла четверочку, то средний я взяла двоечку, можете взять троечку, в общем, это роли сильно большой не сыграет. Нам просто некоторые моменты нужно будет, так сказать, обвязать, и толстый крючок там очень будет плохо проходить. Буду наполнять я игрушку холофайбером, это силиконизированные такие вот шарики, в общем, он такой довольно-таки приятный, нежный и антиаллергенный, в общем, у деток не вызывает аллергии. Также вам понадобятся ножнички для обрезания кончиков и обязательно иголочка с большим ушком. Можете взять швейную, можете взять цыганскую, специальную, пластиковую, в общем, на ваше усмотрение. Конечно же, нам понадобится немножечко вашего терпения, потому что может не все так сразу получаться, но я постараюсь максимально доступно и чтобы вам было понятно объяснить. Итак, мы начинаем. Начнем вязать мы с головы. Берем самую светлую ниточку для, так сказать, основной части, которую мы брали с вами, то есть толстенькую. Берем самый толстый крючок. Так как у меня это четверочка, я буду стараться вязать тугенько. Если у вас это троечка, то вяжите себе спокойненько. То есть просто смотрите, следите за тем, чтобы у вас не было больших просветов при вязании, чтобы ваш наполнитель не высыпался. Начнем мы вязание с лица, то есть как бы с нижней части головы. Я вам советую взять предварительно любой кусочек нитки, либо другого цвета, либо такого же, в общем, как на ваше усмотрение, либо маркер. То есть этим кусочком ниточки мы будем, отмечать начало ряда для того, чтобы вам легко было и просто следить, так сказать, за началом и концом ряда. Вы не будете просто путаться, и все же я вам советую взять ниточку и ее просто удобнее переставлять. Маркер нужно постоянно, так сказать, расстегивать, застегивать. Итак, в общем, сейчас будем делать кольцо амигуруми и постепенно в каждом ряду добавлять по 6 петелек, по 6 столбиков. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и набираем в него 6 столбиков без накида. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем петельку, стягиваем колечко. Теперь прибавляем в каждую петельку по столбику. То есть петельку провязываем по 2 столбика без накида, прибавку. Первую петельку 2 столбика, во вторую первый столбик и сюда же второй, третью. Вяжите за обе стеночки обязательно, в четвертую, пятую делаем прибавочку по 2 столбика в каждую петелечку. И последняя прибавочка, шестая петелька. У нас сейчас
вокруг, так сказать, нашего колечка 12 столбиков провязано. Сейчас, чтобы вам не запутаться, сразу предлагаю поставить начало ряда марки. Теперь мы будем прибавлять, чередуя столбик без накида провязывать, во второй столбик делать прибавочку, третий провязывать, четвертый прибавочку. Итак, начинаем. Первый столбик, во второй столбик 2 столбика, прибавочку делаем, снова столбик без накида, теперь прибавочка, столбик, теперь прибавочка. Если вы не отметите маркером, просто считайте, чтобы у вас в конце ряда было 18 столбиков провязано. И глазами чередуйте. Столбик, прибавочка, столбик, прибавочка. Но все же я вам рекомендую, я порой сама, чтобы не запутаться, всегда отмечаю, так сказать, начало ряда, потому что бывает иногда отвлекаюсь. Итак, в общем, провязали последнюю прибавочку. В начало ряда перенесли нашу ниточку. Теперь мы снова будем прибавлять по 6 столбиков в ряду. Но теперь чередуем 2 столбика, то есть в каждую петелечку по столбику. И в третью делаем прибавочку, то есть 2 столбика без накида провязываем в одну петельку. И снова столбик, столбик, прибавочка. 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова столбик в одну петельку, во вторую столбик. Третью прибавочка, 2 столбика без накида в одну петлю. Столбик, столбик, прибавочка. Столбик, столбик, прибавочка. Все делаем, также повторяя до конца ряда. Просто прибавляем по 6 столбиков, так сказать, прибавочки над прибавочками, столбики над столбиками. Все очень довольно-таки легко и просто. Я думаю, здесь вам должно быть все понятно. Сделали последнюю прибавочку, переносим маркер в начало ряда. Теперь у нас 24 провязанных столбика в ряду. Мы будем теперь чередовать 3 столбика без накида по столбику в каждую петлю, а в четвертую делаем прибавление, то есть провязываем 3 столбика без накида, четвертый прибавление, 3 столбика без накида, четвертый прибавление. 1, 2, 3, четвертый прибавление. 1, 2, 3, четвертый прибавление. Закончили ряд, перенесли маркер в начало ряда. Теперь у нас по кругу 30 столбиков без накида. Мы начинаем шестой ряд с 4 столбиков без накида в каждую петелечку по столбику. И в пятую делаем прибавление. То есть 1, 2, 3, 4 по столбику и прибавление в пятую петелечку. 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3, 4 и в пятую делаем прибавление. 2 столбика в одну петелечку. 1, 2, 3, 4. Пятую делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Довязали ряд. В конце ряда 36 столбиков провязано. На начало ряда отмечаем маркером. И теперь чередуем 5 столбиков без накида в каждую петлю по столбику. В шестой столбик делаем прибавление. В шестую петелечку провязываем 2 столбика без накида. Вот так вот в одну петелечку. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую делаем 2 столбика без накида. 1 столбик и сюда же второй. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую прибавление 2 столбика в одну петлю. Довязали до конца ряда, 42 столбика по кругу провязано. Теперь мы приступаем к восьмому ряду. Чередуем 6 столбиков без накида, в седьмую делаем прибавление. Итак, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Седьмой провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик, второй, третий, четвертый, пятый
и шестой. В седьмой делаем прибавление. Два столбика провязываем в одну петельку. Довязали до конца ряд, 48 столбиков провязано. Отмечаем начало ряда и довязываем последний ряд с прибавками, 9. Провязываем 7 столбиков без накида в каждую петелечку, 7 столбиков, 8 столбик, 8 петелечку. Делаем прибавочку, 2 столбика без накида в одну петелечку. 1 столбик и сюда же 2. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Восьмой столбик. Делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петельку. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 7. Восьмой делаем прибавление. Итак, как вы уже поняли, до конца ряда. Провязали ряд до конца, у нас получилось 54 столбика. Мы провязали с вами донышко, так сказать, личико, где у нас подбородочек. Теперь нам осталось лишь вывязать, так сказать, глубину нашего личика. Мы сейчас, получается, провязали 9 ряд, а с 10 по 21 наши 54 столбика мы провязываем по кругу 12 рядочков, получается. То есть, если 12 умножить на 54, это 648 столбиков без накида. Хотите, можете отсчитывать, начинать сначала от 1, так сказать, до 648 провязанных, либо просто 12 рядочков по 54 столбика, отмечаете каждый ряд. И провязывайте. Желательно возьмите либо, так сказать, счетчик рядов, либо просто, так сказать, где-то себе помечаете, так сказать, рядочки, потому что мало ли, может быть, кто-то зайдет, так сказать, в комнату, помешает ребенок. В общем, чтобы вы просто не сбились, для вас это будет очень удобненько. Если же вы считаете, как я, допустим, от 1 до 648, просто, допустим, вам нужно отлучиться, вы написали себе на листике, там, ну, к примеру, там, 510, вы провязали столбиков, записали 510 и пошли, приходите, а 510 уже провязано, и дальше отсчитываете 511 и так далее. В общем, провязываем, так сказать, высоту нашего личика, и мы с вами, конечно же, продолжаем. Довязали последний ряд, и теперь делаем соединительный столбик в первую петелечку, и для, так сказать, закрепления ниточки, советую вам сделать одну воздушную петельку. Теперь вытягиваем ниточку и обрезаем ее. Она нам больше не нужна. Среднюю ниточку, которая у вас в начале, тоже закрепите обязательно. Для того, чтобы у вас, так сказать, не распустилась голова, так сказать, игрушечки. Маркер уже, ниточку вытаскиваем, она нам не нужна. Все, нам теперь осталось, так сказать, эту основку, голову наполнить. И мы приступаем к вязанию, так сказать, потенциальных волосиков. Для волосиков берем самый темный цвет толстой ниточки и крючок толстенький. Делаем 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во вторую петельку от крючка делаем столбики без накида. 10 мы пропустили, получается, одну петельку, значит 9 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последнюю петельку 9. Разворачиваем наше вязание. Теперь снова первую петельку пропускаем, во вторую от крючка делаем столбики без накида. 9 минус 1 столбик, это 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 и 8. Последнюю так аккуратненько продеваете. Будет туговато вам. Снова разворачиваем, пропускаем первую петельку. Во вторую от крючка, получается, мы пропускаем еще одну петельку. Получается 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Разворачиваем. Первую пропускаем, во вторую от крючка провязываем. Уже получается 6 столбиков. То есть, как вы видите, первую не провязываем, бросаем. И из-за этого у нас получается сокращение. Как бы получается, у нас провязывается такой постепенно треугольничек. Снова разворачиваем и снова первую пропускаем. Во вторую от крючка вот так вот провязываем столбик. И их у нас уже 5. 2, 3, 4 и 5. Снова разворачиваем, снова бросаем первую, провязываем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Разворачиваем, снова бросаем первую во вторую, провязываем уже 3 столбика. Снова довязали до конца ряда, разворачиваем, бросаем первую петелечку, довязываем 2 столбика до конца ряда. Довязали, развернули, у нас остается один столбик, если мы пропустим первый. Все, таким образом, смотрите, у нас получился треугольничек. Таких треугольничков нам нужно связать 6 штучек. Но, смотрите, ниточку вы не обрезаете, а сразу же с вершины этого треугольничка продолжаете набирать, как в начале мы с вами набирали, 10 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваете воздушные петельки вот так вот к себе удобным способом. Во вторую от крючка начинаете провязывать. Снова бросаете первую и провязываете 9 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7. 8. И вот она у вас последняя петелечка, 9. Провязали 9 столбиков, разворачиваете вязание, пропускаете первый столбик. Во второй от крючка провязываете уже 8 столбиков, то есть 9 минус брошенная первая петля, 8 столбиков. Снова до конца ряда довязываете, разворачиваете, бросаете первую петелечку, во второй от крючка провязываете уже 7 столбиков. И так делаете снова такой же точно треугольник, как мы с вами провязали. То есть точно такой же. И снова довязали вот последнюю, так скажем, последний рядочек, последний столбик. И снова набираете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И провязываем во вторую петелечку от крючка 9 столбиков без накида. И так делаем 6 раз, пока у вас не получится 6 связанных между собой треугольничков. И вот так вот мы тогда продолжим с вами провязывать, так скажем, дальше наши волосики. То есть изначальная, так сказать, часть провязывания это 6 треугольничков, связанных между собой. То есть, когда вы, получается, провяжете, у вас получится вот такие вот 6 треугольничков, вот, связанные между собой. Видите? Довязываем 6 треугольничек. И мы с вами продолжаем дальше. Вот мы довязали 6 треугольничков. Это у нас получается начало первого яруса. На второй ярус начала вам нужно будет связать 5 треугольничков, то есть вот так вот. А на начало, так сказать, третьего яруса верхнего вам нужно будет связать 4. То есть вот таким вот образом у вас будет выглядеть начало волосиков. Начало первого яруса,
начало второго яруса и начало третьего яруса. И теперь берем крючок среднего размера, тот, который у вас, так сказать, второй по величине. И теперь разворачиваем вот этой стороной, где у нас последняя петелечка, так сказать, последнего треугольничка. И вот я вам покажу, так сказать, как мы сейчас будем сшивать. Смотрите, у вас петелечка, вот как бы вязался треугольничек, получается к вам горизонтальными, ну как, вертикальными линиями, но вот если вы положите все треугольнички, вот так вот горизонтальными получается. И вот берете в серединку, так сказать, сворачиваете вот так вот треугольничек пополам, чтобы у вас в серединке были, так сказать, вот, так сказать, прямоугольным треугольничком сворачиваете, чтобы в серединке у вас была как бы такая вот мешковинка или капюшончик, вот так вот. То есть обвязывать мы будем с вами, ну, так скажем, если вот прямоугольный треугольник, то вот два катета, то есть вот они у вас с такой стороной, и обвязывать мы будем одну гипотенузу и один катет, то есть вот эти две части. Как мы будем это делать? Смотрите, берем, подтягиваем нашу петельку и вводим крючок вот здесь вот в боковой части, то есть обвязывать мы будем столбиками без накида по боковой части. Вводите, в принципе, туда, где вам удобно. То есть, как вам удобно, вы смотрите. Обвязать нам нужно со всех сторон по, так сказать, в каждом треугольничке по 14 столбиков без накида. Вам будет тяжело там как бы находить, но вы так постарайтесь. Где-то приблизительно 10 столбиков без накида нам нужно по одной стороне и где-то 5 столбиков без накида с другой стороны. То есть, вот первый столбик провязали без накидов, где-то в серединке здесь вот вводите. Второй столбик без накида, далее третий столбик, далее четвертый столбик где-то здесь вводите. Пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой, девятый. У меня даже 10 получается вмещается с одной стороны. Девятый. Десятый я буду вводить вот сюда, вот, так сказать, в уголочек. Теперь поворачиваю наше вязание и две стороны буду сшивать за обе стенки. Вот так вот. 11. Далее 12. Чуть-чуть дальше отступаю 13. И в самый уголочек одной стороны, и в самый уголочек другой стороны получается 14. Провязала, обвязала уголочек наш 14 столбиками без накида. Вот так вот. У вас должно получиться вот такой вот, как бы, еще раз повторюсь, капюшончик или что-то вроде того. Теперь приступаете к следующему треугольничку. Точно так же находите, выравниваете его, так сказать, чтобы он у вас не крутился, и вот так вот во внутреннюю сторону загинаете обе стеночки треугольничка, вот так вот. Таким же образом у вас обвязывается и второй. Вот он у вас первый треугольничек. Теперь продолжаете. Первый столбик сюда вот куда-то вводите в начало, столбик без накида, раз. Далее чуть-чуть отступаете, столбик без накида 2. Отступаете чуть-чуть, столбик без накида 3. Чуть-чуть отступаете 4. Отступаете 5. Отступаете далее 6. Здесь вот где-то дальше 7. Где-то дальше 8. 9. И снова в уголочек у меня получается 10. Так, старайтесь равномерно. Если у вас, как у меня, 10 было до уголка, то так и старайтесь на всех треугольничках провязывать 10. 11, далее 12, обязательно за обе стеночки, чтобы у вас получился как бы такой вот кармашек. 13,
И вот здесь вот в уголочек одного треугольничка и второй части треугольничка. 14. Вот снова обвязали. Как вы видите, у нас получаются вот такие вот волны с кармашками внутри. Вот так вот. И снова поворачиваете третий треугольничек вот так вот красивой стороной к себе, чтобы он у вас не крутился. И тоже стеночка к стеночке. Вводим крючок в начало. Это у нас будет первый столбик без накида. Затем вводим чуть-чуть далее второй столбик, провязываем. Чуть-чуть дальше третий столбик. Чуть-чуть дальше четвертый. Можете далеко не захватывать. Главное стеночку, так сказать. Вот так вот провязать. Пятый, шестой, седьмой и так далее. В общем, смотрите. Провязываете все 6 треугольничков наших. Вот так вот связываете, чтобы у вас получились такие вот как бы кармашки внутри. Вот так вот. И точно так же в первом ярусе вот вы довязываете 6. Во втором ярусе наши 5 треугольников. И в третьем ярусе 4 треугольничка точно так же обвязываем вот такими вот волнами. После того, как мы сшили все треугольнички, у вас получился вот такой, скажем так, ряд кармашков треугольных. И обязательно проверьте, чтобы они были у вас сшиты за обе стеночки. То есть, чтобы у вас не было, так сказать, зазорчиков здесь никаких и дырочек. Теперь берем, разворачиваем, так сказать, начало ряда. Вот вы начинали отсюда, так сказать, обвязывать. И сюда обвязывали, 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 закончили. Вот здесь вот в конце ряда будем считать. Теперь нам нужно вот эти вот, так сказать, столбики без накида обвязать еще одними столбиками без накида. Смотрите, то есть сейчас мы вяжем не по краю здесь вот, а вот как мы и вязали столбики без накида, обвязывали так, от них мы и будем отталкиваться. Во вторую, так сказать, петелечку от крючка за заднюю стеночку начинаем вязать столбики без накида по всему ряду, то есть, так сказать, по всем зубчикам полностью, но обязательно за заднюю стеночку. Когда вы провяжете за заднюю стеночку, вы увидите, что у нас как бы получился такой вот рубчик, шовчик. Он у нас так и должен быть. То есть благодаря тому, что мы вязали не за обе стеночки, а за одну, у нас получится рубчик. Так скажем так, такие вот как бы вид сшивания. Вот так вот. Вот. Вот здесь вот, смотрите. И как бы такой красивенький переходик. Вот. Вот столбиками нам нужно провязать до конца ряда. То есть вы провязываете первый треугольничек за заднюю стеночку столбиками. И вот здесь вот между столбиками, вот этот переход от треугольника до треугольника второго. Вот здесь вот полностью в каждую петелечку, в каждый столбик предыдущего, так сказать, провязанного шовчика. За заднюю стеночку по столбику без накида. Довязывали столбиками без накида по всему, так скажем, кругу, по всем зубчикам. И теперь берем, так сказать, начало наших зубчиков, начало ряда и соединяем, так сказать, в кружочек соединительным столбиком вот здесь вот в первую петелечку, первый столбик без накида. Теперь у нас, так сказать, будет круговое вязание. Вот так вот. Мы будем вязать по кругу. Но при том, что мы будем вязать по кругу, в местах, так сказать, треугольничка в уголках, с этой стороны, в местах соединения треугольника, снова в уголке треугольника, в местах соединения треугольников, в уголках, ну, то есть везде полностью, где вы видите изгибы в ряду, мы будем делать сейчас убавление. То есть провязываем, как всегда, столбики без накида до уголка. Неважно, сколько вы провяжете, в принципе, это не столь принципиально. Главное, вот дойдя до уголка, захватываете, делаете, так сказать, один полустолбик незаконченный, второй захватываете, у вас на крючке 3 петелечки. И делаете общую вершинку. Снова вяжете столбики
без накида. Теперь уже обязательно обратите внимание, за обе стенки продолжаете вязать, за обе стенки, то есть только после треугольничкового обвязывания у нас ряд был столбиками без накида за заднюю стеночку столбики. Сейчас же у нас за обе стеночки, то есть вот смотрите, за обе. И продолжаем вязать столбиками до следующего, так сказать, уголка. У нас в данном случае место соединения треугольников. Вот снова дошли до уголка. Снова берем, захватываем ниточку со следующей петелечки и со следующей. Три петелечки соединяем общей вершиной. Снова сделали убавление. Опять делаем столбики без накида. Можете считать, чтобы равномерно. Ну, в принципе, здесь роли равномерность сильно не играет. Поэтому я никогда не заморачиваюсь над этим. Вот смотрите. Теперь снова дошли до уголка. Захватываем петелечку со следующей петелечки и со следующей. Вот у нас три петли. Делаем общую вершину. Сделали, так сказать, убавление. Снова вяжем дальше столбики без накида и до следующего места соединения треугольничка, а затем снова на уголке, затем снова на место соединения треугольничка. В общем, до следующей, так сказать, ниточки, до завершения ряда, до начала следующего ряда мы будем вот такие делать убавления. Вот оно. Подошли мы к уголочку, делаем убавление. Три петелечки общей вершиной соединяем. Снова столбики без накида провязываем до уголка треугольничка. Вот довязали. Берем две полупетли со следующих двух петелечек и соединяем общей вершиной. И снова продолжаем провязывать столбики без накида в каждую петелечку. Средним крючком, обратите внимание, я вяжу сейчас средним крючком. Теперь опять вот дошли до уголка, место соединения, так сказать, двух треугольничков, два полустолбика делаем, соединяем общей вершинкой и снова провязываем до треугольничка убавление. Ой, столбики без накида. До следующего убавления. Вот он треугольничек. Два полустолбика соединяем общей вершиной. И так вам осталось сделать одно, второе, третье, четвертое и пятое убавление. Дошли до конца ряда, вот оно наше место соединения ряда. И вот у вас две петелечки, конец этого ряда один столбик и начало следующего ряда один столбик. Делаем два полустолбика и соединяем вершинкой. Так мы сделали убавление последнее, пятое. Вот он у нас получается кружочек. Я вам предлагаю вот эту ниточку, так сказать, место завершения, соединить с началом. То есть вот здесь вот найти, так сказать, какую-нибудь петелечку или что-то такое. И еще раз вернуть через все петельки, так сказать. Таким образом вы как бы закрепите вот это место соединения. Более сделаете его, так сказать, красивеньким. Потому что у вас здесь такое как бы идет рассоединение, а так у вас будет сдельное, так сказать, полотно. В общем, закрепите вот эту ниточку с изнаночной стороны, и вот здесь вот у вас как бы будет сдельное вязание. Теперь переходим на большой крючок, средний, отлаживаем в сторону и продолжаем вязать ряд большим крючком. Этот ряд полностью весь. Каждый столбик провязываете столбик без накида. То есть каждую петелечку провязываете по столбику. Полностью весь ряд. Будет немножечко тяжеловато, так как мы с вами вязали небольшим, так сказать, крючком. То большим у вас будет сложновато, но вы постараетесь как бы более, так сказать, плотненько тоже, точно так же красивенько. Если же у вас, в принципе, вы одним крючком вяжете, то вяжите дальше одним, ну то есть, как считаете нужным, но я делаю именно так. Продолжаю ряд провязывать большим крючком. То есть ряд, как вы уже поняли, мы отмечаем вот этой вот ниточкой начала соединения. Вот до конца, так сказать, по всему кругу, до конца ряда. Довязали до конца ряда столбиками и снова ряд с убавлениями. Провязываем столбики без накида до уголка. Дошли до уголка, поднимаем 2 полупетли
двух столбиков и соединяем общей вершиной. Снова провязываем столбики без накида до места соединения треугольника, то есть до следующего уголка. И опять же делать будем убавление. То есть вот они у нас, мы дошли до уголка, 2 полупетелечки общей вершиной убавления. Снова доходим до уголочка, 2 полупетелечки поднимаем, делаем убавление. Провязываем дальше по столбику без накида в каждую петелечку до места соединения треугольничка. Вот они у нас, 2 наши петелечки. Мы поднимаем 2 полупетелечки и соединяем их общей вершиной. И опять довязываем до уголка. И так снова делаем до конца ряда. Делаем убавление на уголках. На уголках треугольника и уголках местах соединения треугольников. В общем, снова убавление ряд. И между ними столбики без накида. Не довязав ряд до конца на одну петелечку, с первой петелечкой делаем убавление. 2 полупетелечки соединяем общей вершиной. Соединительный столбик во вторую петелечку. И вытягиваем ниточку. Ее, в принципе, можно обрезать. Хотите, оставьте ниточку немножечко для пришивания. Сантиметров 25, думаю, будет вполне достаточно. Мы сделали первый слой волосиков. Таким же образом делаете второй слой, но, как вы помните, в начале из 5, он будет состоять из 5 треугольничков. То есть все то же самое. Вы делаете треугольнички из 10 воздушных петелек, вывязываете, не отсоединяя, не отрезая ниточку, делаете подряд 5 треугольничков. Затем обвязываете их столбиками без накида, соединив пополам. Затем поднимаете столбиками без накида, так сказать, высоту набираете за задние петельки, оставляя шовчики. Ряд с убавлениями на уголках, просто ряд столбиками и последний ряд, четвертый, с убавлениями. В общем, делаете точно так же по кругу 5 треугольничков и 4. Все точно так же. Ряд подъема столбиками, ряд с убавлениями, ряд столбиками и ряд с убавлениями. Но когда доделаете последний, четвертый, так сказать, слой из 4 треугольничков вот таких вот, ниточку после этапа 4 ряда убавления не обрезаете. То есть оставляете, мы с вами верхушечку, макушечку будем довязывать уже вместе. Я думаю, здесь ничего сложного нет. Вы вполне сами справитесь. Вот, поэтому я как бы с вами продолжу на этапе довязывания макушки волосиков. Итак, вот довязали последний ярус. У вас, получается, остался, так скажем, ниточка не оторвана. Довязаны первый ярус наш из 6 треугольничков. Второй ярус из 5 треугольничков, вот такой немножечко меньше, так скажем, будет у нас собираться. И последний, третий ярус, вот так вот стопочкой они будут, не оторваны, так сказать, от основной ниточки привязания. Мы закончили с вами четвертым рядочком, где у нас убавление. Пятый ряд мы сейчас с вами провяжем просто столбиками без накида до конца ряда. То есть этот ряд мы провяжем с вами чередуя. То есть первый ряд был столбиками, второе убавление, третий столбиками, четвертое убавление. Сейчас пятый столбиками. Продолжаем вязать до конца ряда в каждую петелечку по столбику без накида. Довязали пятый ряд до конца. И теперь в шестом снова на уголках делаем убавление. То есть на уголках мы поднимаем 2 полупетли и общей вершиной соединяем. И снова вяжем столбиками без накида до следующего уголка, то есть до места соединения треугольников. Вот мы провязали столбиками до уголка и поднимаем 2 полупетли, соединяем общей вершиной. Сделали убавление. Снова провязываем до уголка.
И поднимаем 2 полупетли, делаем убавление. И так мы будем, получается, в шестом ряду делать убавление снова. То есть мы прочередовали столбики убавления, столбики убавления, столбики провязали пятый ряд и делаем снова убавление. Как бы чередуем сейчас, продолжаем чередовать, как бы как мы с вами те ряды вязали подъемом, так и эти ряды, пока мы с вами чередуем столбики и убавления. Снова вот дошли до уголка, делаем убавление. Здесь тоже получается дошли до уголка, делаем убавление. Поднимаем 2 полупетли, соединяем общим столбиком, общей вершиной. Далее провязываем столбики. В общем, все как обычно. Довязываем этот ряд самостоятельно до конца вместе с убавлениями. Довязали до конца ряда и сделали в конце ряда очередное убавление в конце, так сказать, в уголке. Теперь мы с вами провязываем 7-й ряд. Он у нас будет просто столбиками без накида. В каждую петелечку по столбику. То есть продолжаем чередовать. Убавление и столбики, убавление и столбики. Мы сделали ряд убавлений. Теперь мы делаем ряд столбиков без накида, провязываем. И так до конца ряда. Довязали ряд столбиками без накида до конца. И теперь у нас снова ряд с убавлениями по уголкам. Так как ряд у меня начинается сразу с убавления на уголке, то есть вот он у меня уголочек, я так его и начинаю с убавления. Общей вершиной соединяем 2 полустолбика. Провязываем, как всегда, столбики без накида до следующего уголка. Место соединения двух треугольничков. Вот я снова дошла. Делаем 2 полустолбика общей вершиной. И так до конца ряда мы с вами делаем снова ряд с убавлениями. Между убавлениями делаем столбики без накида. Вот мы закончили ряд, завершили снова очередным убавлением. С этого момента, так скажем, со следующего ряда, начиная вот отсюда, мы с вами будем чередовать столбик без накида, убавление, столбик без накида, убавление. То есть вот столбик без накида, затем провязываем, так сказать, 2 полустолбика с общей вершиной. Снова столбик без накида, 2 полустолбика с общей вершиной, пока у нас не закончатся петельки. Ну, то есть по краям, так скажем, нашим, по окружности, у нас с вами должны таким образом постепенно, так сказать, заканчиваться петельки. То есть вот делаем убавление, столбик без накида, убавление, столбик без накида. И у нас завершается наш кружочек. Так вяжем до конца, пока у нас не закончится наша окружность. Вот мы до конца закончили. Чередуя, у меня здесь осталось буквально пару петелечек, я, так сказать, стяну их иголочкой. Просто берете, нанизываете аккуратненько остатком ниточки и, так сказать, стягиваете. Но ниточку не обрезаете, то есть вот ниточку обрежете там где-то сантиметров, ну, к примеру, 20. И после того, как вы стянете вот эти вот последние петельки, ниточку не обрезайте, пусть она у вас будет. Мы потом вденем в иголочку и, скажем так, вовнутрь, при пришивании мы вовнутрь вот эту шляпку, волосы его или шапочку, как она называется правильно, мы в серединку, так сказать, потом иголочкой заправим. То есть, чтобы она у нас была вогнутая в серединочку. И на этом этапе провязывания головы мы с вами закончим, и до встречи во второй части.